Пиво всегда было напитком славян, таким же популярным, как и медовые напитки. Еще в сказках приговаривали «и я там был, мед, пиво и пил». Домашнее русское пиво готовится следующим образом. 1. Хмель размельчить и смешать с солодом. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. А теперь ингредиенты. Ржаной солод, 6 стаканов. Хмель, 200 грамм. Вода, 12 литров. Дрожжи, 25 грамм. Мука, 1 стакан. Количество порций 20. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Заходите в гости.